Rumble strips caused me to wreck. Holy shit.
and a 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine was given jointly to William Kalin Jr., who was born in 1957 in New York City. He was a professor of medicine. Вадик, ты уверен, что мы сейчас продолжим? Она продолжит. Блин, он готов. Ну, у него тут карьера с вами начинает, а ты тут сразу сейчас все накормил. Да, вроде только все хорошо начиналось. Я просто хочу знать твое-то мнение. Ты думаешь, они действительно... По данному вопросу пока не достигнута. Работы на большой кольцевой линии московского метро планируют завершить. А годом позднее кольцо полностью запустят в эксплуатацию. Сейчас, по словам заммэра Москвы,